такой праздник для всех любителей спорта. Ну и я призываю всех встать на лыжи. Ну я смотрю, вы уже опытный участник данных соревнований. Скажите, пожалуйста, во сколько лет вы встали на лыжи первый раз? Точно помню, что перед школой. Это точно, а в каком году не помню. А который год участвуете? Я не только в соревнованиях, я вообще участвую всю жизнь свою. Во всех военно-спортивных соревнованиях. Второй раз участвую. В прошлом году участвовала и в этом. Организация мне очень нравится. Прекрасно, что столько народу. Но меня больше всего радует молодежь. Вот этот старт самый многочисленный был от 11 до 18, да? Что прекрасно, прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Какой у тебя результат? 4-е место. Мне здесь понравилось, у меня тут очень много друзей, и я в следующем году тоже буду тут участвовать. Так скажем, дистанция была не очень легкая, но в общем и целом я довольна результатом. Мне пришла 3-я. Поздравляю. Лыжня 2019 года прошла без нарушений. В городе Вытегрово нарушений не было выявлено. Скажи, тебе понравилось сегодняшний праздник? Да, понравился. А скажи, пожалуйста, что нужно делать, чтобы не падать с горок во время движения на лыжах? Спасибо большое, молодец! С каждым годом лыжня России становится все более значимым событием в спортивной жизни района. Ведь такого рода мероприятия повышают у людей интерес к здоровому и активному образу жизни. И, конечно же, победителей массового марафона ждут медали, дипломы и памятные призы.